Видите, как они все головками трясут. Как фанаты на концерте Led Zeppelin. В общем, вот наш перекресток. Сейчас я уже подходил к нашей пачке сигарет Милана. Я уже, не знаю, на неделю к ней подхожу. Она здесь лежит. И это такая моя достопримечательность. Еще вообще будет, конечно, здорово, если вдруг обнаружится ее владелец, тот, кто ее выкинул. Ну, в смысле, здесь без всякого упрека, в смысле мусора, а в смысле того, что это такая дамская пачечка. Было бы любопытно, что за дама ее выкинула. А еще будет любопытно, если дама окажется мужчиной. Вот перекресток. Там моя личная аллея. Там асфальтовая дорога, до которой обычно дохожу. Ну, до туда я тоже ходил, но сейчас не пойду, в следующий раз. В общем, что касается вот этого моря этих головок, да, мы в Мариэл видели. Я это, кстати, сейчас тоже видел, пока ездил именно в Норкинские пещеры. Там, видимо, гусиная ферма по дороге. Я никогда не видел, это был целый океан гусей. И гомон стоял просто оглушительный. И, в общем, ну, вот примерно как вот это вот поле, все вот в этой травке, это все было в гусиных шеях. Боже мой. В общем, короче говоря, я... Atomic Heart, можно сказать, в весьма размноженном виде. 26 градусов, 22 сентября. Впереди зубы Чехова. Там горло проходит, а жизнь тоже проходит. Зараза такая. Но с другой стороны, видите, какое ужасное противоречие. Если она не будет проходить, то ты и жить не будешь. А ты живешь, и она в итоге проходит. Ладно, мы над этим поработаем.